Добрейшего дня, меня зовут Максим. Тема этого ролика – как бросить курить и новые технологии. Для некоторых курение – это не истеричное посасывание там, сигарету за сигаретой, это стиль жизни. И вот таким людям гораздо сложнее бросить курить. Представьте, когда вы сидите в комфортной остановке, курите, и сразу на ум приходят строки. Ты ласточек рисуешь на меню, мешая сливки к тертому каштану. За это я тебя не изменю и никогда любить не перестану. Все жирное, что угрожает стану, в загоне у тебя я не виню. Что петуха ты знаешь по растану, и вовсе ты не знаешь про свинью. Зато, когда твой фаворит арабчик подаст с икрою паясную рябчик, кушин шабли и стерлядь из шексны, манерно сжав утонченные ноздри, ты вздрогнешь так, что содрогнутся сестры, приняв ту дрожь за веяние весны. Игорь Северянин. Согласитесь, в курении есть определенный кайф. И, ну, если вы уже в возрасте, конечно, уже вы не можете себе позволить дымить так же, как в молодости. Я не могу сказать, что я заядлый курильщик, прям вот по пачке в день выкуриваю, но в какой-то момент... После того, как достаточно долгое время пролежал в больнице, подсел на курево, и тут начались проблемы со здоровьем. А учитывая, что занимаюсь новыми технологиями, обнаружил для себя, ну, вот такую вот новую моделечку электронной сигареты. Я постоянно с ней нахожусь сейчас. Вот. И, ну, это оказалось панацея. Что это напоминает? Напоминает это кальян, причем хорошего, высококачественный кальян, без всяких побочек, привкусов, там, каких-то отхаркиваний, откашливаний, там, неприятного запаха от рта. А самое главное, вы всегда можете дозировать. Вам не нужно, как вот вы зажгли сигарету, вам нужно кацаблин, обязательно ее докурить и выбросить бычок. Этого делать, ну, совершенно не нужно. Здесь вы можете всегда нажать кнопочку, втянуть, выдохнуть, получить удовольствие. Особый кайф доставляет то, что завод-изготовитель, который производит, ну, конкретно эти электронные сигареты и другие, все больше и больше увеличивает ассортимент. То есть сейчас, например, у моего поставщика более 200 позиций различных вкусов и запахов. То есть вы всегда можете порадовать себя чем-то новеньким, ну и скрасить будни жизни. Ну и, соответственно, сейчас все это превращается в вот такой вот модный гаджет. У вас вот такой вот замечательный футлярчик с собой, куда вы можете положить и комплект, и можете положить свои зарядочки сразу, и шнурочек для USB, чтобы зарядить, и эти самые вот муштуки сменные, и можете перейти на большой картридж, это вот новая версия, C5 называется, сейчас это очень модно. Раньше были вот картриджи, как у меня, а сейчас вот такие большие, расширенные для таких профессиональных курильщиков. Вот. То есть это крайне удобная такая прикольная штука, гаджет. Вот. Понятное дело, что в России сейчас с этим борются, с активными продажами, с курильщиками борются, и с активными продажами электронных сигарет. Многие, конечно, этого процесса растут от крупных табачных компаний, потому что сейчас они теряют убытки. На прошлой неделе я читал статью в журнале Time, американский журнал, очень интересный, такой популярный. Эксперты журнала оценивают только на 2013 год оборот по рынку электронных сигарет более миллиарда долларов. Это практически в 2,5 раза больше, чем оборот прошлого года. То есть будет качественный скачок. И при этом оценивается количество курильщиков. В США названа средняя цифра порядка 40 миллионов, а на электронные сигареты перешло 2 миллиона. То есть понимаете, какой бешеный рынок и какой будет передел. Вот. Ну и, соответственно, в России то же самое, учитывая, кто у нас там держит сигаретный бизнес, я ничего сейчас не говорю, но все мы знаем, то есть кто курирует сигаретный бизнес в России. Вот. Поэтому не мудрено, что электронные сигареты официально запрещаются под разным благовидным соусом. Хотя это вот реальная вещь, чтобы бросить курить сигареты, разгрузить свой организм, конечно. Вот. И это реальное как бы противодействие раку легких. То есть вы можете находиться в комнате с людьми, и для них нет ничего вредного от того, что вы сидите и выдыхаете пар, потому что у него дисперсный, он практически сразу разлагается и исчезает. То есть проблем у окружающих со здоровьем не будет, если вы будете там сидеть с таким вот девайсом.
Отсюда какой следует вывод? Значит, учитывая, что я с этой продукцией плотно занимаюсь в России, если у кого-то есть интерес по продвижению ее в Москве, ну или кто-то просто для себя хочет заказать это, пожалуйста, господа, обращайтесь, пишите в личку. Я могу выслать все материалы по всем новинкам, что у меня есть. Доставка в Россию крайне простая. Вот. Соответственно, можно и один комплект выслать. В среднем доставка будет стоить, ну, где-то приблизительно $20-25. Вот. Весит такой комплект приблизительно где-то паунд. Если вот весит вместе с этим вот, с чехольчиком, может быть, даже меньше, это вот доставочный вес. Вот. Ну, собственно, все. Оставайтесь на моем канале и следите за развитием ситуации.